Доброе утро. Он такой замученный. Где ты его взяла? Он пьет? С тоски, как все. Ты знаешь, в чем предназначение женщины? Какое именно? Красивый или некрасивый? Это не имеет значения. Не имеет. Дебил, что ли? Я волен распоряжаться своей жизнью, как считаю нужным. Можешь, но не здесь. Весь мой земной путь усыпан отборными мудаками. Я сделал себе тайник, прячу там фуфырь. Это мой последний оазис свободы. Что мне делать? Вам нужно бежать. А хахаль твой не при деньгах? Я тебя умоляю. У него в кошельке счастливый билет на автобус и картонная иконка. А дашь мне свои бусы из жемчуга? Они тебе, кстати, к зубам подойдут. Вы кто? Вера и Надежда. Валентина и Надежда. А из вас двоих кто красавица-то? Сестра, что ли? Предназначение красивой женщины – украшать собой мир. Она не красивой, но она другой какой-то. Это что? Это обычный пустырник. Океан жизни свел нас друг с другом. А где водка? Скоро будет.